I am Tanner Thomas. I am from Ketchikan, Alaska. I'm Bruno Jacob from Brazil. Hey, I'm Michael Ratty. I'm from Gold Coast, Australia, but live in... Oh, hold on, let me start over. Экстремальщики умеют отдыхать вечером. Elgin Fest идет полным ходом. Лодки идут на нас. Дима, стой, все. Нет, я разворачиваю. Да не ваш никуда. Это за дискотека. Я поехал пробовать. Давай. Я когда еду, хоп, нога встала и сразу поднимаю руку. Давайте проголосуем, будет или нет. Ребята, надо это делать голосуем. Или нет. То, ребята, сегодня мы едем на Байкал Jet Fest, вылетаем. И сегодня мы будем уже на Байкале с ребятами пошагали. Прилетели. Каково было лететь? Страшно. Маленький самолет. Дэн уже в аэропорту нас ждет. Вон они. Все, мы на месте. Я думаю, что они не подъехали? А у них такая тачка с прицепом. Куда они подъедут? Напугают тут людей. Привет. Привет. Привет, привет. Привет. Здесь мы будем сегодня сидеть. Кайфовое место. Называется VIP Luxury. Мы же сибиряки, ребятам сибирские подгоны такие, чтобы они спали в следующий раз отлично в своем отличном автомобиле, потому что в Петре, у Петра не было места, и они ночевали на улице, ну вернее в тачке. А теперь мы так повесим, и у них будет офигенные ловцы. Да, я сейчас подъеду. Здорово, друзья. Здорово. Саня, да что, ну видишь, встречаю вас. Ну что, погнали мы там маленько. Погнали. Давай. Саня, ты первый, я так понял. Денис, сейчас. Так, ну а тут у нас очень серьезная игра идет, очень напряженная, зашкаливает просто, нервы на пределе. В машине тоже есть кондиционер, в кабинете все толстые работают. Назад, да? Музыка вообще молодежная. Кто это летит? Это что, утки что ли? А, это чайки. Да нет, вон. Ты видишь вон? А я думал, чувак в точку уходит. Да нет, вон там много каких-то птичек. Вода? Небо? Не, это палец. Нет. Вы что, блядь? Я тебе нажимаю на него, я тебе на него нажимаю. Вот это, вот это, да. Не фак его, нормально. Туда? Вода, вода, небо. Вода, небо, вверх. Это самое главное, горы. Не задействовали, блядь. Горы. Вот. Получилось. Ну пей давай. Я побурханил. Ты губи хотя бы, пригуби просто. Губи, не пей. У них же просто пригуби эти. На Байкале вообще кайфово. Очень круто, извините, что я жую. Очень вкусно кормят здесь. Это туман. Легкий туман. Тут все едят, не один я. Еще и пьют. Еще и пьют. Ну и в классике жанра, конечно, экстремальщики умеют отдыхать вечером. В общем, на Jet Fest собрались самые отмороженные дальнобойщики. Вот, допустим, ребята приехали. Откуда вы приехали? Ребят, мы из Благовещенска. 2 914, 38 часов, и мы дома.
Отлично. А кто едет еще откуда? А, еще парень едет, Николай. Он был, он сейчас в Нерюнгри, был в Нерюнгри, Благовещенск, Благовещенск, Владивосток. И сейчас Владивосток, он догоняет нас. То есть сегодня он ночью будет в Улан-Удэ, и завтра он будет здесь с нами вместе. 1300 получается... 4200 он едет. Да. Мы из Новосибирска, но мы значительно меньше. 2200 всего. С ребятами не сравнится. Ну, то есть нормальные люди просто садятся в самолет, в Красноярск летят. Все их встречают в аэропорту, и мы здесь. Пошагали. Кто Крис Буран, кто Расмуссен? Вот это, блядь, Расмуссен у нас. Вот это. Потому что он вообще первый сделал бэкфлип, он основатель этого спорта. Это Ленси Александр. Вот это вот молодая легенда, которая всех дерет. Это Танер Томас из Америки. Ну, он летает на мотоцикле, он, у него сверхспособности. Это молодое поколение. 26 лет. Что он творит, вы все увидите. Завтра мне надо тоже. Я должен уехать с бэкфлипом. Я все равно. Юсы? The Dublé. Oh yeah, it's double. Хуйня. А, не, не, заебись. Не, ну, заебись. Окей. In Russian, double means хуйня. Хуйня. I am Tanner Thomas. I am from Ketchikan, Alaska. I now live in Lake Havasu. I ride jet skis, snowmobiles, travel the world, love to meet new friends, do many tricks, live my life. Have fun. I'm Bruno Jacob. From Brazil. Very nice. Hey, I'm Michael Ratty. I'm from Gold Coast, Australia, but live in... Oh, hold on, let me start over. He will get his citizenship in Russia. That's soon. Right. He promised me. Yeah? Oh, absolutely. Yeah, we'll like be back enjoy. For sure. I'm the, you know, this is the second event of... По-русски, Миша. Блядь. Я пацанам говорю, после чемпионата мира по футболу, Байкал Jet Fest, это второе событие в России. Я, сука, не знаю, американцы, русские, они могут подружиться. Я тут всех подружил, нас уже все любят. Меня берите просто там, помощник куда-нибудь. Порешаем, да? Absolutely. Hi, I'm Rok Ferrancic from Slovenia. I'm here for the fourth or fifth time. I love it here. Michael is a good friend of mine, and I hope that Baikal Jet Fest will grow from year to year. So, you like? I love it. Охуенный мотоцикл. И будешь со мной первое место занимать во фристайле. Пошел переодеваться опять по этой лестнице кардио. Первый день катания. Я поехал пробовать. Сдавать. Смотри, пока не садись, там водомет. Да. Давай газу! Все просто, Сань. Ну, давай. Тихо. Ебану. Есть у нас все в духе. Опа, не надо. Сразу коленочку. Сразу коленочку. Коленочку, раз. Я когда еду, хоп, нога встала и сразу поднимаю руль.
Ты руль вообще не должен, вообще ничего. Руль это, блядь, это просто хуйня, блядь. Ты можешь забыть должен. Не, когда я встану, я руль потом, нет, ты показал, поднимаю или сразу? Ты руль хоть когда можешь поднять. Одним движением встаю. Сань, неправильно, вообще неправильно. Забудь про руль. Ты должен стоять на мотоцикле, это твой опор, доска. Не, все. Когда с колен, как я встаю? Без разницы. Ты встал с колен, ты должен без руля, бросить, без руля должен ехать спокойно. Есть такое упражнение, разгоняешься на максималке. Раз, гасишь, ну и... руки опускаешь, должен стоять. Это доска твоя. Руль должен по твоему ходить. Руль для чего-то сделать, ты должен трек, трюк надо сделать. Раз заложился, переложился. Вот руль для чего. Ну все, я встал с первого раза. Первый раз был 15 минут. Так что, ребята, подключаемся к этому виду спорта. Это просто офигенно. Пошагали! Слушай, мы взяли килограмм героина и пересекаем колумбийскую границу ночью. У нас есть женщины, да, есть дочь, да, да, есть заложники, кстати. Сидим на лодке, изучаем новые маршруты Байкал Джет Фест. На лодке вообще нормально, караоке поют. Ау! Давай, иди сюда. Иду, иду. А мы там в туалете сидели, там туалет такой красным деревом оббит. Что сидим? А мы что с утра делаем? Письку наряжаем. Байкал Джет Фест, второй день. Для того, чтобы добраться к нашему жилью, нужно пройти вот такую кардиолестницу. Вот, видите, уже что-то там происходит в лагере. А вон Русика яхта, где мы вчера были. Давайте посмотрим, как настроение у людей. Погода, конечно, немножко подводит. Стас, что у тебя, как настрой? Ну, вообще огонь. Огонь? Будем побеждать. Леха, у тебя как настрой? Только на победу. У вас такие красивые... курточки, футболочки. Они разные? Или, они разные или вы на равном уровне стоите? Саня, как бы так до лесочков не обижает. А вот это что такое? А на этом будем участвовать? Это наша дисциплина. Батутный спорт. Бананный спорт. Один впереди, другой сзади. Подожди, их там очень много. Идет брифинг. Ребята будут соревноваться. Денис, Красноярск, Влад, Иван. Мы за них болеем. Опять поедем на яхту и будем смотреть в бинокль. Погода так себе, но солнышко где-то светит. Подготовка полным ходом. Все настраивают тачки свои, что-то с ними делают, заливают бензин. Все на старте. Сейчас начнется гонка. Но он буи, блядь, мимо проезжало. Денчик, ну чё, как? Влад. Кто какой? Подвезло. Круговые, да? Круговые. Саня, блядь, я сейчас сдохну, блядь. А Стас даже не поехал. Стас, чё случилось-то? Да пиздец, мотак не заводился. Я смотрю, ты чё-то это, кружок просрал. Ну ничего страшного. Еще. Так охуенно. Подошел на заведенном. Сварк. Заглушил. И не заводится. Ну, следующий год все получится.
ребята, молодцы. Я уже, наверное, второй. Может быть, я здесь, Игорь, водка заходит. Я в конце говорю, я же нахуй. Эмоции шкалят на пацанов, но они устали. А они-то такие еще, знаешь, нунчаки достали. Слушай, ну ты же в шлеме. Что это? Да. Нет, я орал. А? Орал я. Орал я. И викал, да, типа? Привет! Первое правило снегоход на Байкале. Не бросай. Да? Так же за стоячкой. Да, правильно. Иначе он уплывет на другой берег. Чеки-то нет. Это тебе не снегоход. Алджет Фест идет полным ходом. А мы кайфуем на яхте. Видео. Это видео. Просто дождь. Давай. Сильный дождь. Пусть это сейчас пойдет. Короче, пошел дождь. А нам пофиг, мы тут сидим. Нам офигенно. Яхта собралась на Байкале как никогда. Ребята говорят, что первый раз такое количество видят в одном месте. Вот здесь мы находимся. Залив Мухор. Руся, как оно? Руся, ты все помыться не можешь. Нормально все. Шагаем, шагаем. Телефону пиздец возможен. Поднялся ветер. Смотрим, что происходит. Лодки идут на нас со всех сторон. Даже появился небольшой кипиш. Но нам пофиг. Как там, Дима, про индейцев? Проблемы индейцев вождение ебут. Дальше мне якорь. Стой, 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 стой. Ты сильно не надо этим-то сказать. Потихоньку. Второму-то якорь. Дима, стой, все, все. Нет, все. Нет, я разворачиваю просто маленько. Нет, все, нет, все нормально. Че вы кипишуете? Он вообще видит нас, нет? Да нет, конечно. Да, он сейчас цепь зацепит. Да, да, да. Он цепь зацепит. У нас вот план, на наш картер его так. Да не, ваш никуда. Это за дискотека. Наташа, он привязан маленько. Его болтает, смотри. У него уже как там, там все. Дальше этого радиуса не уйдет. Он сейчас Дима, пошел. Сигналь, блядь, ему не, он сейчас удаляется уже все. Да это просто да нас разворачивает. Да они переходят. На наш катер. Подожди. Да вон они, там идет. Бегают. Организовал всю эту классную тусовку Миша, брат. Привет всем. Как у тебя впечатление? Впечатление офигенное, несмотря на какие-то, знаете, форс-мажоры. Саня приехал, молодчина, поддержать нас. Ну, вы знаете, всем нравится тут, всем нравится. Посмотрите, сколько мотоциклов приехало. И народ съезжается, съезжается. Настоящий год будет? Ну, давайте проголосуем, будет или нет. Ребята, голосуем. Хочу поставить песню «Эй, братан, где снег?» «Эй, братан, где снег?» Ты должен сказать «В юге и бураны». «В юге и бураны». «Эй, братан, где снег? Мы на чемоданах». Где дым? Да, погоди. Эй, братан, где дым? Связь плохая. Bluetooth? Wi-Fi? Wi-Fi. О! О! Где? Куда надо? Дым пошел. Да, давай, давай, давай. Радик! Радик, где, блядь, песня? Эй, братан, где снег? В юге и бураны. Эй, братан, где снег? Мы на чемоданах. Вызывайте снег, хакасские шаманы. Эй, братан, где снег? Мы снега наркоманы. Ну как же без бурятских поз? Очень вкусные позы. Что нужно делать? Как правильно позу? Откусил, выпил сок, подул, чтобы сверху из юрты выходил дымок. И пьешь опять. Вкуснятина. Салюты, салюты!
конечно, вечером обязательно дискотека. Dance, dance, dance. Ну вот и все, прошел Байкал Jet Fest, мы едем домой, едем на самолете, а до Иркутска нас доводят хорошие ребята из Благовещенска, которые поедут дальше кататься на мамай, на мотоциклах. Ну а мы поедем домой, пошагали.